всем огромный привет! В общем, сегодня я приехала в Питер на зоосферу полюбопытствовать, что в мире зообизнеса есть, какие выставочные стенды, посмотреть там новинки, может быть, какие-то косметики собачьи и кошачьи. А также там интересные конференции будут проходить. Я выписала для себя, куда я хочу сходить, что посетить. Ну, в общем, отправляемся со мной. В общем, а в Питере снег выпал, как оказывается. И такой мокрый снег. В общем, такая погода немножко мерзливая. В общем, решила надеть брюки свои черные. Они такие, знаете, мне немножко в утяжку. В общем, там у меня жопа не вот так вот в этих штанах, а вот так вот. Я вчера испекла сосиски в тесте с собой, чтобы, ну, перекусить. И, в общем, я боюсь, что если я их всех съем, то швы на моих брюках разойдутся. И я домой приеду без штанов. И что я скажу мужу, что почему я приехала без штанов, я не знаю. В общем, так я сегодня выгляжу, одела специально брошку в виде котика. Вот это мне дали на регистрации. И вот мои брюки, за которые я боюсь, что они треснут. И еще в туалете, смотрите, висит. Здесь может быть ваша реклама. Какая-то такая сомнительная перспектива. Перекус, сосиска в тесте. Одна осталась. Сейчас я поем. И, наверное, уже куда отсюда сваливать.
общем, дала свои ножницы на заточку. Сейчас тяну время и приехала в торговый комплекс «Электросила». В общем, сейчас вот пару часов похожу. Мне так губы, это, ну, вообще, я замерзла на улице, очень холодно. И, в общем, буду тут греться. Сейчас хочу что-нибудь горячее поесть. В общем, зашла я в трактир, здесь есть такой, и заказала бизнес-ланч. 265 рублей, салат, борщ, два кусочка хлеба, кофе. Еще горячие принесут. Салат здесь, конечно, вот реально 2 столовые ложки. И он немножко как сверху, как обветрился. И, в общем, тефтельки с капустой и с таким соусом томатным. И сейчас попью горячий кофеек. В общем, я нагрелась, наелась. Очень хорошо, что я сюда зашла. Очень симпатичное место. Сделано как настоящее дерево, так прикольно. Там детский уголок. Все, очень симпатичное место. Вообще, здесь такие диванчики мягкие, классные. На них теперь бы поспать после такого обеда тепленького, вкусного. В общем, я все съела, ко мне никто не подходит уже минут 10 и даже не намекает, чтобы я отсюда свалила. В общем, надо, наверное, самой уже сказать, что принесите мне счет. А то я так и усну здесь. В общем, мне очень нравится атмосферное место такое. Музыка не сильно орет. Так что классное местечко. В общем, я наелась. И мне еще надо часик где-то походить по торговому центру. И потом поеду на другую станцию метро забирать свои инструменты. Я еще встретилась с заточником своим. В общем, 6 пар ножниц он должен мне заточить. Ну, а сейчас похожу по комплексу, посмотрю, что здесь интересного. Вот в этом заведении я обедала. Трын-трава называется. Прикольное название такое, Трын-трава. Кстати, я как поела, у меня перестала голова болеть, а то я опять такая квашня какая-то была. Здесь слышно, как я говорю, а то я стесняюсь прям так громко говорить. В общем, поднялась на 2-й этаж комплекса торгового, а здесь нифига нету. В общем, все тут закрыто. Только там вот в самом начале, или наоборот, в самом конце, пару детских отделов. Пойду я опять в туалет. Четыре часа дня, и на улице уже так почти темно. Это просто, вот реально просто темнеет. Смеркалося. Ой, как темно. В общем, все свои дела я сделала. Сейчас бегу на маршрутку. И поеду домой, наконец-то. День какой-то суетной получился. Туда-сюда надо было. В общем, все дела сделала.
Короче, приехала я домой наконец. Время уже почти 12 ночи. Сейчас буду отдыхать. В ближайшие дни, надеюсь, смонтирую это видео. Посмотрю, что я там наснимала, потому что получился день весь в беготне. И погода была такая вся холодная, что особо на улице руку держать и камеру было холодно. В общем, всем пока. В общем, знаете, еще хотела рассказать. Очень интересно получается. Сейчас я только зашла домой, и сразу мама звонит. Спросить, что доехала ли я, все ли в порядке. И постоянно вот столько раз вот какая-то телепатия есть, что как вот и когда я в поездках, как прибываю уже, все, доехала, и мама сразу звонит, как будто бы видит. Хотя путь разный. Допустим, сегодня в Питер я доехала за 3,5 часа, а из Питера уже больше 4,5 часов. То есть по времени по-разному. И вот она как чувствует, что я вот приехала. И я дико хочу, несмотря на то, что уже очень поздно, но я хочу кофе выпить, потому что у меня сегодня недобор. Я выпила всего одну чашку кофе за целый день. В общем, сейчас попью кофе. И куда отдыхать? Поэтому спасибо, что смотрели меня, и всем пока.